посмотрели вместе с мэром прямую линию. Послушайте, это очень важно. И узнали, как Первышов борется со стрессом и знает ли вопросы для Путина заранее. Сейчас. Что показывал в телефоне директор департамента городского хозяйства? Не расслышишься. И о чем спрашивал директор депстроя города? Сегодня в 12 часов прямая линия президента России. Владимир Путин будет отвечать на вопросы россиян. Уверен, их будут задавать и краснодарцы. И я тут подумал, зачем же я буду смотреть трансляцию один, когда я могу это сделать с главой города. Итак, заходим к нему в кабинет. До начала прямой линии застали Евгения Первышова за грудой бумаг. Непрекращающаяся. Важной темой прямой линии стала вакцинация от коронавируса. Послушайте, это очень важно. Обязательной она быть не должна, отметил президент, но о здоровье должны думать все, добавил мэр. Прививка не защищает от заболевания, она просто позволяет проще перенести. Хорошо, но мы и говорим о том, что если ты заболел, но привитый, ну да, так произошло, никаких там тебе там, не будет претензий. Ну да, ты заболел, но ты перенес легко. Если у человека нет противопоказаний медицинских там или других каких-то там вопросов, ну будь добр, тогда сделать прививку. Это касается муниципальных случаев, я считаю. Потому что вы контактируете с людьми. В этот раз в прямой линии не прозвучали вопросы, которые бы напрямую касались Краснодара. Но Первышов признался, что всегда готов спокойно их услышать. Вопросы заранее до вас не доходят? Заранее мы не знаем, какие вопросы задаются. Говорили, что волнения сейчас никакого нет. А в принципе, как со стрессом боретесь? Есть у меня тренажер здесь такой определенный. Такое яблоко. Ну, увесистое, да. Чем-то да, там, раздражен, либо действительно попал в какой-то. Чтобы успокоить, просто ее можно перекладывать из рук в руки, подкидывать. Она просто твердая, да? Она не просто твердая, ну попробуй. То есть ты сконцентрируешься уже на занятии. Она тяжелая. Хорошая. Да. И она туда отвлекает достаточно быстро и успокаиваешь ты себя. Сейчас появились новые предметы для борьбы со стрессом, вроде как говорят. Слышали про это, видели? Да, у меня такого дома достаточно много. Но вот дети у меня используют, маленький у меня сын, самый младший. Ему нравится делать таким вот образом, по пальчикам это все. Ну и развивает моторику. Я вообще думал, это детская игрушка для моторики. Ну и так это скорее, так, такое уже у среднего сына. Да. Ну это такая же история. Да. Вот это. Вообще больше это подходит действительно детям, чтобы они моторику разрабатывали. Да. Мэр предложил нам заглянуть и в кабинеты его замов. Мы с удовольствием это сделали. А вы им говорили заранее? Сидите, смотрите. Или они сами все понимают? Я думаю, что они настолько сознательные, что сами смотрят, безусловно, прямой эфир, без напоминаний. Отлично, давайте тогда проверим. Спасибо вам. Да, давайте. Первым на очереди стал кабинет вице-мэра Лилианы Егоровой. Здравствуйте. Решили глянуть, ну, чем вы занимаетесь. Смотрю президента. Так. Нужно понимать, какие вопросы задают граждане, ориентироваться на их мнение, на их вопросы, для того, чтобы дальше принимать решения и опираться на их вопросы, потому что основная наша работа – работа с населением. Хорошо, отлично, мешать вам не будем. Так, идем дальше. А дальше заместитель Евгения Первышова Андрей Дорошев. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам. Это хорошо. Были у главы, он говорит, что вы смотрите, все заместители смотрят прямую линию. В обязательном порядке. Так. Ну как не смотреть прямую линию, если это жизнь людей, которая беспокоит их. А если мы услышим в первую очередь, что что-то происходит, мы можем сразу принять быстрые решения. Краснодара пока не было. Краснодара пока не было, пока идет обсуждение темы ковида. В основном. Вы прививались? Я, еще пока нет, у меня есть противопоказания. Я сейчас закончу буквально еще 2 недели сам, буду прививаться. Прекрасно. Спасибо вам, отвлекать не будем. Спасибо вам.
Если вы смотрите прямую линию, тогда мы идем к вам. С этими словами подходим к другой двери. Еще один кабинет заместителя главы города Смертин Антон Юрьевич. Заглянем. Здравствуйте, телевизор. Смотрите. Один телевизор. Отлично. Как вам? Что услышали нового? Ну, очень интересный был блок, конечно, про коронавирус и вакцинацию, потому что действительно проблема важная. И самое главное, что мы услышали, что обязательной вакцинации не будет, но вакцинация, тем не менее, необходима. Хорошо, спасибо вам. Спасибо. На улице Старокубанской планово ремонтируют теплотрассу. Участок работ перекрыли и повесили знаки, предупреждающие о том, что ходить здесь нельзя. Но для некоторых пешеходов желание сэкономить пару минут превыше собственной безопасности. Придется обходить. Я вам и сказала, что там того А вот что обойти не смогли, так это вакцинацию директора департамента городского хозяйства ИТЭК Владислава Белого. О том, что он привился от ковида, он сам сообщил в нашей прошлой программе. Это вообще стало темой всей недели. Да? Да. Это да в хорошем ладно. Смысле. Я даже на ролик снял, как я сделал привет. Сейчас. А я с женой, я пошел делать. Вместе все? Спутник? Да. Первышов никогда не подходит к делам формально, а в этот раз он с еще большим интересом окунулся в вопрос. Я по специальности теплоэнергетик, поэтому это для меня очень существенно. Вот, кстати, факультет нефти и газа, где я учился. В День российской молодежи Евгений Первышов посетил молодежный лагерь «Дубрава». Мэр поздравил ребят с праздником. Неожиданно они предложили главе поиграть в стритбол. Первышов им не отказал. Команда мэра победила, сам Первышов забросил мяч в корзину дважды. В таких роскошных интерьерах на этой неделе прошла встреча с жителями Западного округа. Это актовый зал одного краснодарского завода. Вот идут последние приготовления. Участники встречи подходят, занимают свободные места. Настраивают звук. Постоянные герои нашей программы уже привыкли к тому, что мы их все время снимаем. И с юмором реагируют на камеру в моей руке. Прибыл мэр. Маски у всех на лицах. Вот правильный пример ношения средств защиты. А это неправильный. И даже если маска надета как надо, лучше время от времени ее положение проверять. Несмотря на красивый ремонт актового зала, разговор между жителями округа и городскими властями шел откровенный и без изысков. Такие встречи дают возможность увидеть и сконцентрировать свое внимание на небольших вопросах. Выездные мероприятия позволяют нам обратить на эти вопросы внимание, найти на эти вопросы решения и, соответственно, поставленные вами задачи решить. Рабочая неделя мэра всегда насыщенная и разнообразная. Репортажи обо всех этих событиях вы видели в выпусках новостей, но часто в сюжеты попадает только самое главное. Для всего остального есть наша программа. Только у нас необычные кадры, смешные моменты и закулисье официальных мероприятий. А все потому, что мы видим больше, чем другие.